с вами сегодня на канале Вовчик. И мама. И мама. Привет, друзья, вы на канале Вовчик. Вовчик играет в игру. Буга-буга. Буга-буга. Он долго бегал и кричал: буга-буга, буга-буга. Не могу понять, что это значит. Буду смотреть. Здесь вначале дерево надо первобытное побить. Время, да, получается? Первобытные племена. Бьем дерево. Приспосабливается к жизни наш Роблокс. Сейчас он камнем пытается срубить дерево. Пытаюсь, я рублю. Рубит. И, наверное, срубит, да, Вовчик? Да. Да. Видите вот эту скалу? И она начала сколько осталось в жизни дерево. Понятно. Прощай, дерево, ты была таким хорошим. Ты... Ну, ты мне нужнее, да? А зачем, кстати, ты его рубишь? Чтобы выжить. Выжить? Опа! Ты будешь строить себе дом? Черт. Почему нельзя? А у него есть камень в руках. Сумка заполнена. У него есть в руках камень, Вовчик. Окей. Тебе нужно было освободить сумку? Как убрать это? Как это выкинуть? Ну, у тебя пусто там сейчас. Эти шкала пустая. Попробуй еще раз взять. А почему он светится? Потому что у меня такой рюкзак. Кто у тебя? Рюкзак? Я сделала себе курицу. Да. Зачем она тебе нужна? Чтобы делать буга-буга. Да. Штаны. Какие штаны? Нужны, чтобы не быть голым. Точно, ты же в первобытном племени живешь, у тебя одежда из листьев. Что тут еще можно? Так, где дубинка? Дубинки я не видела. Так. А, вот. Вот нормально. Ну, бери уже какую-нибудь. Не берется. А ну, вот, возьми вот топор, смотри, вот этот. Вот, да. Я его уже взял. А, ты уже взяла, да. Ну, хватит пока тебе. Потом, если понадобится, зайдешь, еще возьмешь. Ладно. Можно зато делать поселение. Поселение? Делать новое поселение. О, смотри, какие-то животные ходят. Это козы. Это олен. Олени? Да, олены. Олени. Молодец. Олени! Правильно. Олени! Костюм надо. Ну все, давай, убирай это уже, давай что-нибудь делать интересно. Она мне понадобится навсегда. О, смотри, парусник есть, ты парусник можешь взять? Закрыто это еще все. Нужно уровни проходить. Только дубины нет. Она здесь была, дубинка. Что это сына? Парусник, это лодки. О, возьми какую-нибудь лодку, поплывем. Давай. Она не утонет там? Лодка есть. Смотри, какой красивый закат. Здорово. Ой. Даже это же закат. Почему я не двигаюсь? Наверное, нам нужно было взять весло. Никакое весло мне не надо. Так. Сейчас все сам наублю. Деревья сделаю нормально. Давай. Вот это только что. Смотрите, что у меня. Это что? Ну зачем тебе вот эта курица, я не понимаю. Сейчас проверим. Я надеюсь, она не живая? Нет. О. Ты зачем оленя убил? Она не пригодится. Ну этого хоть оставь маленького. Это какой-то вообще ужасная игра. Взял оленя, убил. Еще курицы. Ну такая племени. А, ну понятно, это же тебе нужно, чтобы выжить. Вот эта вот курица мне будет. Это нужна. Что такое желтое? Рыба? О, я поменял цвет. Мама. Как?
как это сделано? Эта курица будет вместо дубинки. Понятно. Я это еще пригодится. Не буду тебя убивать, хорошенький оленик. Это уже там, по-моему, не олень, там, наверное, собачка уже какая-то. Это не собака. А хочешь... что у него рогов-то нету? Хочу могу показать. Видишь, пьется ловко, значит олень. Пойду поубиваю кого-нибудь. Понятно. Мамонт! Ого, Вовчик пошел охотиться на мамонта. Я его сейчас убью за вас. Этой курочкой. Так. Сейчас. Смотрим. Ага, за раз. Смотри, сколько надо его ударять раз. Он тебя сейчас задавит. Не задавит. Нижний мамонт. Буга-буга. Все. Молодцом. Ну вот, ребята, такая игра интересная. Правда, очень интересная. Столько здесь всего можно сделать. О, еще один мамонт. Это не мамонт. Все, ты прошел уровень. Ребят, мы прошли уровень. Будем, конечно, обязательно еще играть, еще записывать. Буга-буга! Если вам понравилось наше видео про Буга-Бугу, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. Стоять, спасибо улитка! Всем, стоять, кто нас смотрел. Вовчик догоняет улитку и говорит ребятам... Буга-буга! Буга-буга! Пока-пока! Короче говоря, буга-буга! Пока-пока! Буга!